Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас будет урок для начинающих художников. С чего всего проще начать рисовать? С точки, конечно. Затем продолжайте рисовать, добавляя к первой точке новые. Вот мы ставим здесь, например, одну точку и добавляем к ней новые. Но сгруппируйте их так, чтобы образовался круг, в котором каждая точка располагалась бы на ровном расстоянии от другой точки. То есть они у вас должны быть на ровном расстоянии. Это кажется сначала просто, а на самом деле не очень и просто. Так что давайте пробуйте. Вот я нарисовала уже, у меня примерно такой круг получился. Далее нарисуем фигуру квадрат. Представьте квадрат и нарисуйте его, состоящий из точек, расположенных друг от друга на равных расстояниях. Такой у меня квадрат получается примерно. Такой у меня квадрат получился. А теперь нарисуйте следующую группу простых фигур. Это с помощью нее вы полностью сконцентрируетесь на процессе рисования. Сначала нарисуйте вертикальную линию. Рисуем. Затем горизонтальную. Далее диагональную. А теперь вновь диагональную линию, но в противоположном направлении. Следующая нарисуйте круг без помощи циркуля. Затем равносторонний треугольник. А теперь квадрат. А теперь квадрат. Теперь нарисуем пятиконечную звезду. Далее будем рисовать спираль. Следующий простой способ, но потребует сосредоточенности.
но это полезное упражнение для художника. Представляя квадрат, нарисуйте вертикальные линии и расположите их на одинаковом расстоянии друг от друга. Постарайтесь сделать линии максимально прямыми. Такое упражнение научит вас концентрироваться на выполнении заданий, действовать как профессионал, рисуя даже простые фигуры. А теперь проделайте то же самое, но с горизонтальными линиями. А теперь попробуйте нарисовать диагональ. Сначала в одну сторону, тоже делайте линии на одинаковом расстоянии, а затем в другую сторону и в другую теперь сторону. Теперь, сочетая вертикальные и горизонтальные линии, нарисуйте квадрат в клетку.